мои дорогие, с вами Оксана, и сегодня я хочу показать вам новинки своего гардероба, и кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь, мои дорогие. Конечно же, то, что я показываю в каждом своем обзорном видео, я рассматриваю очень подробно, и мы продолжаем утепляться. Все вещицы, которые я вам сегодня покажу, имеют базовое применение, это те вещи, без которых невозможно обойтись любой женщине любого возраста. Давайте приступим и устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И, мои дорогие друзья, я думаю, что вы уже успели заметить классный кардиганчик, который я одела и с огромным удовольствием ношу. Да, девчонки, те вещи, которые я показываю в своих обзорах, конечно же, я их уже постирала, конечно же, они уже прошли проверку в стиральной машине, в сушильной машине, и все, что касается их состояния после стирки, тоже вам рассказываю, показываю как есть. В общем, на сайте этот кардиган был представлен как пальто. Конечно, пальто он не тянет, но как кардиган просто изумительная вещица. По качеству никаких претензий нет, очень аккуратно прошита сама бейка. Сам кардиган очень-очень аккуратно выполнен, очень качественная ткань, вот так выполнен низ этого кардигана. Состав ткани очень хороший, коттон 65% и 35% полиэстер. Ткань по ощущениям очень мягкая, очень комфортная. Вот при соприкосновении с голым телом ощущения просто великолепные. Я знаю, что вещи подобного плана, которые имеют в своем составе, в составе натуральную шерсть, они колятся, они не очень комфортны в носке. Вот этот кардиган классно себя ведет именно по ощущениям. То есть очень-очень мягкая ткань, очень-очень комфортная. И, конечно же, эффектная вот эта клетка. Просто вы не останетесь незамечены. Да, по полочкам, как я уже сказала, идет такая черная окантовка, беечка. И сам кардиган не имеет пуговиц. Это является и плюсом, и это является и минусом. Плюс в том, что, конечно же, можно поиграться с этой вещицей. Я очень люблю вещи, которые можно как-то обыграть. Конечно, можно дополнить какой-то брошью, какой-то заколкой, может быть, каким-то шарфиком, платком, может быть, какую-то интересную шлевочку сюда сделать. Ну, в общем, я ничего делать, конечно, не буду. Я буду носить его и ношу уже именно вот так, как есть. Сам кардиган имеет очень хорошую длину. Передние полочки слегка занижены. И он на высоких девчонках тоже будет классно выглядеть. Закрывает пятую точку. Ткань очень комфортная. За счет того, что в составе имеется полиэстер, она не стоит колом, эта ткань. И она при сжатие локтя очень комфортно, то есть комфортный кардиганчик, эффектный кардиганчик, рекомендую, девчонки, мне он очень действительно понравился, как я уже сказала, уже стирку он свою прошел, и как базовая вещица, думаю, будет идеально себя вести в любом гардеробе. Я знаю, что подобные вещи классно выглядят и с джинсами, и в деловом стиле тоже они будут иметь свое место. В общем, классный кардиган, девчонки, рекомендую, советую, ссылку оставлю. Да, по поводу размера, на мои параметры рост 1,58 м, 90-60, 95 кардиган. В размере М я заказывала, и, по-моему, на сайте были различные расцветки, но мне захотелось, конечно, вот такого что-то яркого, то, что будет выделяться, то, что будет освежать, как я уже сказала. В общем, кардиган классный, девчонки, рекомендую. Посмотрите, присмотрите ссылку, конечно же, на него я вам оставлю. Следующее вещество, которое я хочу вам показать, это вообще шедевральная вещь. Конечно, я, когда просматриваю страницы различных сайтов, и когда я выбираю одежду, конечно, есть момент риска, но я уже спец в этом. Я на протяжении 5 лет практически занимаюсь интернет-покупками с различных сайтов, и практически ошибок я не допускаю. В этот раз я была приятно удивлена тем качеством, которое оказалось лучше, чем бы я могла себе представить. Девчонки, не будем долго разговаривать, покажу вот такую классную вещь. Конечно, подобные плана жилеты, меховые жилеты, имеются и в продаже, и в магазинах, но я не ожидала, что именно вот
Это изумительное качество самого меха. По ощущениям очень похоже на шиншиллу. Скажу честно, что я имела шиншиллу в России, шубку, и, в общем-то, по ощущениям это просто один в один. Вот имеется такая прострочка, как бы лента между вот этими полосами, и полное ощущение натуральности меха присутствует. Очень мягкий мех, очень комфортный, прям хочется его трогать и трогать. Жилет имеет очень хорошую длину, показываю вам по спинке. На мой рост 1,58 м, он практически до колена. По передней части вот так он выглядит. Подкладочная обычная черная ткань, не имеется никаких застежек, не имеет он никаких застежек, и горловина выполнена вот таким круглым вырезом. Пройма тоже очень аккуратно выполнена, нигде ничего не топорщится. В общем, идеальный жилет, рекомендую. Да, единственный отрицательный, может быть, момент, который связан вот с покупкой именно вот этого жилета, он был в одном размере, он сайз. И, конечно, риск того, что он может не подойти по размеру, присутствует. Поэтому, девчонки, кто захочет, может быть, заказать подобный жилет, внимательно обратите внимание на размерную сетку. Когда у меня спрашивают, как же посмотреть, какого размера та или иная вещь, как определиться с размером, по поводу одежды, скажем, где написано «единый размер», нажимаете на саму кнопку «единый размер», и размер тот, который предполагает быть единым, он будет высвечен, то есть вы увидите по сантиметрам, что же является единым размером. В общем, на мои параметры он идеально подошел, классный жилет, и если возможно у кого слегка расширенные бедра, он будет в бедрах не смыкаться, вот эта вот часть, то есть высоким худым девчонкам просто идеально будет вот этот жилет. И по цене, ценовая категория на сайте Shein практически реальная, она не завышенные там цены. И вот что касается вот этого жилета, по-моему, в районе $15, точно не помню, ссылку оставлю, можете зайти посмотреть и, возможно, для себя вот подобную вещицу выбрать. Я очень рада тому, что именно мой выбор пал вот на эту классную вещицу, шикарно. Когда показала мужу, муж сказал: вау, шикарно, действительно шикарно. Хорошая длина. Очень люблю я подобного плана жилеты одевать. И просто на какой-то джемпер, кстати, на куртку, на кожаную куртку. Подобные планы жилеты тоже классно выглядят. Очень хорош вот тот вариант выреза круглого, когда можно использовать какие-то шарфы, тяжелые шарфы, палантины. В общем, как-то утеплить вот эту вот часть. И как базовая вещица, это просто идеальная вещь. То есть та вещь, которую можно обыграть и которая прослужит долгое время. Я очень люблю подобного плана вещицы. Так что вот этот жилет вам тоже я рекомендую. Классно, закажете, не пожалеете. Действительно, те вещи, которые я показываю, выбирала как для себя, скажу честно. Конечно же, те вещи, которые предлагаются к выбору, к обзору, много страниц и, конечно, много времени я провожу для того, чтобы сделать правильный выбор, для того, чтобы вам помочь это сделать. В общем, девчонки, классные вещицы. Следующее, что я вам хочу показать, это куртка. Вот по поводу вот этой куртки у меня были какие-то сомнения в плане размера. То есть сам крой вот этой куртки, показываю сразу вот спинку, выполнена она из двух фактур ткани, то есть вот сам капюшон и передняя полочка, да, выполнена из такой очень мягкой ткани, с меховым таким эффектом. Вот подобного плана ткани у меня есть, толстовки я заказывала, классные толстовки тоже, вот такие теплые, просто на ощупь, по ощущениям, великолепная вот эта вот ткань. И сама основа, основная ткань этой куртки, не плащевка, похоже очень на ХБ исполнение, с прокладкой синтепоновой, с такой отстрочкой, она не хлюпкая и не скажу, что очень уж теплая, но вот на осеннее время просто идеальная вот эта вещица. Внутренняя часть тоже очень аккуратно прошита,
Простежка и сама подкладочная ткань простегана вместе с основной тканью. В чем были мои сомнения, девчонки? В том, что крой выполнен вот таким образом. То есть рукав, сама длина рукава предполагает, что сама основная часть как бы завышена, то есть щиколотка именно вот здесь. Я заказала на размер побольше для того, чтобы вот рукав не был, скажем, вот таким. Я предполагала, что именно вот эту манжету резиновую из резинки трикотажной я ее буду подворачивать. В общем, я не ошиблась, вообще правильно сделала, правильный выбор в том, что именно вот этот фасон, думаю, если вы будете подбирать, вся фишка в том, что объем, должен присутствовать объем. Чем объемнее вот эта вот куртка будет на вас, тем она будет выглядеть эффектнее. Так, эта куртка не имеет карманов. Я всегда считаю, что это минус, отсутствие карманов. Но если иметь, вот, скажем, вот такую эффектную куртку, то ничего страшного, возможно, с собой какую-то сумочку все равно вы будете брать. Так, что касается размера. Размер L я заказывала, девчонки, скажу, что вот мои параметры идеально подошли именно под этот фасон куртки, поэтому можно было заказать и размер M, но я рассчитала прям по сантиметрам, смотрела, девчонки, чтобы именно длина рукава мне соответствовала. Размер L я заказала, и по составу это... И по составу это 100% полиэстер. Эта куртка не имеет никакого образа застежки. То есть вот сам отворот, он идет как типа кардиган. Ну, как у кардиганов, да, вот этот вот отворот. Выглядит просто изумительно, очень эффектно выглядит вот эта куртка. Как я уже сказала, люблю одежду, которая предполагает какое-то обыгрывание. Классный вот такой стиль с джинсами, с какими-то даже, возможно, с высокими сапогами. И вот этот вот объем будет очень эффектно смотреться. Хорошую длину эта куртка имеет. И очень-очень аккуратно выполнена сама курточка. Очень эффектная куртка. Мои дорогие, на сегодня все. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. Возможно, вы уже что-то заказывали по моим ссылкам. Возможно, вы заказывали одежду с сайта Shein после просмотра обзорных видео у других блогеров. Пожалуйста, пишите свои впечатления, свои мнения. То, что вам понравилось, вы можете найти, перейдя по ссылке, которую я оставлю в инфобоксе под видео, и, возможно, тоже заказать для себя какую-то понравившуюся вам вещицу, ориентируясь на мои рекомендации, размеры. Мои дорогие, если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Если вам видео не понравилось, вы можете поставить пальчик вниз. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Кто подписался, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить уведомления о новых видео на моем канале. Я надеюсь, что вы с пользой и удовольствием, как всегда, провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.